началась эта самая история с хронологией, с идеей мобильного приложения. Вот там вот, на заднем ряду, сидит человек по имени Михаил Янович. Миш, ну преподаватель все-таки. Это тот, который нас вообще вот это втравил. Был мой руководитель в компании Narrate, который делал мобильное приложение. С детства мечтал о таком мобильном приложении. Ну как с детства, тогда мобильников-то не было. Вот сейчас есть у вас, допустим, iPhone на часах 16:25. А что интересного было в 1625 году? Кто может сказать? Вот, собственно, и идея этого самого приложения. Я скажу, что, на мой взгляд, главное событие 1625 года в том, что Глаубер узнал, что кислота нейтрализуется щелочью. Везде в лабораториях две стеклянные пробирки. И с тех пор везде в лабораторию со стеклом. И кислотно-щелочной баланс отслеживают. Вот, можно сделать такое приложение. И, собственно, я взялся быть автором, потому что я тоже думал всегда, что это очень прикольно. С тех пор, как я увидел когда-то там 80-е годы электронные часы. Мне тоже приходила в голову эта безумная мысль. Но проблема вот какая. Вот ты узнаешь, что в 10:15 Святополк убил Святослава. И что тебе это дает? А Ярослав разобрался со Святополком. Их всех одинаково зовут. Плюс еще вообще-то мобильное приложение современное должно делаться с расчетом на перевод на английский и китайский языки. Китайский обязательно, потому что китайцы любят историю. И что китайцу этот Святополк? Зачем он станет смотреть на это самое приложение? И с другой стороны, что нам их не какой-нибудь цау-цау? Вот, в 3:23 ночи. Так вот, поэтому пришлось обратиться к тому, в каждой минуте, а минут в сутках 1440. В каждой минуте пришлось обратиться к тому, чтобы что-нибудь нам скажет. Ну, для примера. 0:27 Христос в пустыне, да? Это 27-й год нашей эры. 05:05 105-й год китайцы изобрели бумагу. У нас есть точная дата. Как Евнух Цайлунь, отвечающий за хозяйство императора, придумал первую бумагу. Вот, например, впервые государственный флаг. Да, Мудания придумал государственный флаг. Флаг не короля, а государства в целом. Символом 20 века я выбрал реактивный, допустим, лайнер The Havilland. Первый реактивный самолет пассажирский, 1956 год. 1956. Я понимаю, что Гагарин, но такого времени, как 1961, его нету. Вот. Мы немножко знаем про 21 век, вот 2015, Розетта над кометой Черёмова-Герасименко. И мы еще знаем немножко наперед, потому что, например, время действия фильма «Аватар» 2154 год, 21:54 годится, и «Вавилон 5», где соберутся все представители всех цивилизаций галактики, 22:47. И, наконец, мы кое-что можем посчитать. Например, известно, что в 2338 году, 23:38, наконец-то перестанут, ну, окончательно разложатся, распадутся радиоактивные осадки из-за Чернобыля по Европе и по европейской части России. Вот. И вот смотрите, как получается, так сказать, год за годом. 14:18. Как раз. Первые в мире патенты. Брунеллески взялся строить огромный купол. Они сначала построили собор, но не знали, как купол поставить такой большой, чтобы он у них не обвалился без лесов. Проблема в том, что у Флоренции леса не было. Вот. Как сделать без лесов, на которых бревен просто не хватало, это Брунеллески изобрел, стало выгодно изобретать, потому что стали давать патенты изобретателям. 14:19. Португальцы, научившись плавать благодаря компасу и карте через океан, открыли остров Мадейра. Собственно, это начало каких-нибудь великих географических открытий. Ну, запретный город, 14:20. Вот чешский полководец гусинов. О, боже мой, Янжишка. Вот замок Калик, вот что от него осталось. А это план, как он был. Первая в мире орудийная башня. Вот вы мимо Кремля, когда идете, видите Кутафью башню. Это выносная орудийная башня, которая увеличивает сектор обстрела.
Потому что артиллерия диктует свои правила. Она появляется. 1422 построили собор. Для собора этого Рублев написал икону Троицы, потому что об этом сюжете очень любил проповедовать Сергей Радонежский, в главах которого, собственно, эта икона и стояла. Такой появился феномен, как русская икона, потому что до сих пор наша икона все-таки была подражательной и по византийским канонам. Тут она пошла как оригинальное направление. Вот первая гравюра, датированная. То вот девушку мастера гравюрных карт, где-то 1415 на самом деле год. Но здесь есть дата на этой самой гравюре, 1423, это святой Христофор Талисман на случай чумы и оспы. То есть появляется в Европе массовая печать. А это в Европе начали рисовать тела в движении. Мазачи был первый. Вазари пишет, что Леонардо да Винчи в юности всегда стоял долго перед этим фреской. Учился делать то, что Мазачи стал делать первым. 1424. Это первое изображение клавесина. Вот видите, клавишник ангел. Это резной ангел Миндене. Здесь артиллерия решает судьбу полевого сражения. Цыгане появились в Европе в 1427, выдавая себя за паломников, потому что как еще объяснить, что они кочуют? Как видите, здесь направления самые разные из самых разных стран. И принципиально я отказался от битв и убийств, потому что битва где-то в одном конце света неинтересна людям в другом конце света. Вот что, допустим, вот этот Левой, который здесь изображен в виде водяной марионетки, у вьетнамцев у них кукольный театр на воде. Вот он все-таки создал Вьетнам. Вьетнам все знают. То есть здесь нет ни одного кадра, о котором никто бы вот не знал. Жан д'Арк интересна как создательница такой технологии власти, как патриотизм. Когда ты сражаешься за короля не потому, что тебе близок этот король, а потому что ты сражаешься за родину. Сегодня один король, завтра другой. Вот. Ну, здесь что-то происходит в Америке. Здесь появились гусары, но без гусар было бы как-то жалко. Вот. Первый серийный убийца. Жиль Дере, который стал синей бородой в сказке. И вот интересное, значит, важное очень событие. Португальцы обогнули мыс Бахадур, за которым якобы было страшно жарко. Вот так вот себе художники того времени представляли, что случится, если заплыть южнее тропика вдоль берегов Африки. И Генрих Мореплаватель, который как раз был главный инициатор всех этих плаваний, говорил: ребят, ну это же вот вам говорят люди, которые даже компаса не видели никогда в жизни, карту читать не умеют. Чего вы слушаете вот эти глупые байки? Все равно никто туда не плыл. И, наконец, оруженосец, которому Генрих Мореплаватель пообещал рыцарское звание и кучу денег, решился. А маршали. Вы знаете, что там очень мирное население, которое склонно торговать. А самое главное – безумное количество золота. Вот как-то больше пишут о том, что рабов вывозили из Африки. Но главное, что в Африке было действительно много золота. И это золото хлынуло в Европу. Кому его привезли? Его привезли банкирам. Банкиры стали выдавать суды. И, знаете, выросло очень мощное сословие. Выросли купцы, которые изменили вообще-то лицо Европы и произвели в ней просто настоящую революцию. Золото, порох и печать. Вот, смотрите, мы посмотрели всего 12 лет, а эти события как-то друг с другом все равно связаны. Золото, которое приехало из Африки, порох, пушки по карману только королю, значит, феодал уже не может отсидеться в своем замке. Атакованный замок – это взятый замок. Подтаскивают к любому замку артиллерию, разметают его. Дальше уже просто математика. Сколько дней нужно на то, чтобы пробить стену такой-то толщины? Ну и самое главное – печать. Вообще печать изобрели не в Европе. Это вот, например, страница из алмазной сутры, которая датирована маем 1868 года. 868 года китайская, самая древняя известная нам книга. Тоже ксилография. В общем-то, гравюра, практически неотличимая от
того, что делали там со святым Христофором, тут я бы сказал потоньше. Вот. Но вот разница между европейским книгопечатанием и восточным. Гутенберг взял, соединил технологии из разных отраслей. Винтовой пресс, который вот это изображение с Помпеи, 79-й год нашей эры, Древний Рим, уже винтовой пресс был. Отливка литера, это китайцы додумались отливать литера, пишем, в 2029 году мы даже знаем дату. Но, во-первых, отливать иероглифы — это очень утренное занятие, тебе не то, что буква алфавита. Страсть, как много иероглифов этих. Во-вторых, Бешен не понял, как сделать, чтобы тушь держалась на металлических литерах. А вот Гутенберг был алхимиком. Он был не только на все руки мастер, но еще алхимик. Он исходил с принципа «подобное соединяется с подобным». Если к свинцовой литере на нее намазать краску, в которой тоже подмешан свинец, краска удержится. Вот это, собственно, главное изобретение Гутенберга и есть. И вот в результате мы получаем печатный станок. То есть изобретения, которые в 15 веке начались, они соединяют разные принципы. И благодаря печати, благодаря тому, что люди узнают, сокращается время между тем моментом, когда изобретение могло быть сделано, и когда оно сделано в реальности. Вот эта фотография, первая нормальная фотография, 1738 год. Впервые на фотографии человека, вот, чистит сапоги. Вот он на углу. А ведь в 1725 году уже химики видели, что соль серебра, свет чувствительная. Можно было наложить крестик на них, и под крестиком было светло, а все вокруг темнело. Это была такая ученая забава. Что мешало изобрести фотографию? Да ничего, просто людям как-то не попадалось это в книжках, тем, кто был способен что-то изобрести. Эдисон изобрел фонограф на 40 лет позже, чем это было возможно. Карлсон изобрел ксерокопию на 33 года позже. И если вы думаете, что все бросились прямо на его изобретение, то зря. Он ходил со своей коробочкой 20 лет. И все с умным видом, компания IBM, все полиграфисты говорили ему, что это нафиг никому не нужно. Да есть прекрасная вещь — фотография. Только когда в 1952 году кому-то в голову пришло, что ксерить дешевле, чем печатать краски. Вот с этих пор Карлсону фишка пошла. Но к тому времени у него отобрали дом, у него ушла жена. То есть у него были большие, очень серьезные материальные проблемы. Но вообще-то изобретать — это себе дороже занятие. И для того, чтобы что-то изобрести и потом добиваться внедрения этого, нужны серьезные очень моральные силы. И эти самые моральные силы изобретатели получили только в 19 веке, когда в них стали наконец верить как в избавителей человечества. Ницше сказал, что Бог умер, и вместо Бога все стали верить в технический прогресс. И одним создал священные книги, так сказать, за Дебер Жюль Верн. Вот как шли по хронологии изобретения в области электричества. Аккумулятор, динамомашина, понятно, два источника тока. Раз есть надежный источник, значит, можно звук передавать. Появляется телефон. Раз есть надежный источник, значит, можно как-то это освещать. После некоторых неудачных попыток Эдисон наконец делает нормальную лампу накаливания. Чтобы повесить свои лампочки везде, Эдисон придумывает электростанцию. И электрифицирует сначала Уолл-стрит, а потом и целые громадные районы в Америке и в Европе. Раз есть у нас в розетке ток, значит, возможно, дуговая сварка. Вот. Кроме того, возможно еще передавать сигналы с помощью электричества и использовать как те катодные лучи, которые появляются при торможении, излучают рентген. Сигнал можно записать. И, наконец, электричество можно управлять. Можно его сюда пускать, сюда не пускать. Получается, ты можешь какие-то логические построения и эти самые модулированные сигналы выдавать, передавать телевизионное изображение. Первое телевизионное изображение, решетку, передали в 2011 году. Это случилось, кстати, здесь, в Москве, Борис Родин. Вот, то есть в электричестве все вытекало, смотрите, как аккуратненько одно из другого. Добрые умные люди старались, не всегда у них все получалось. По механике шел такой двойной процесс. С одной стороны думали, как лучше передвигаться, с другой стороны, где взять энергию. Вот поставили педали на велосипед. Вот
поставили механический кассовый аппарат, это велосипед скрестили с одометром от парохода. Вот Блинов придумал гусеничный ход, он придумал его для того, чтобы ездить по снегу. И цеплялась выпущенная повозка к лошадям. Данон придумал надувные шины. Потом в Америке появился каток для асфальтовых дорог. С другой стороны, научились делать бензин и сделали двигатель внутреннего сгорания. И, наконец, планер. Планер как, использует энергию ветра. То есть вообще нету никакого двигателя, а энергия есть. Вот теперь возьмем и отложим по двум осям. Вот по этой оси отложим электрические достижения, а по этой механические, по синенькой. И смотрите, что получается. Это как раз становится возможным благодаря периодической печати, что технари читают книжки. И читают они еще и фантастические романы, где такие ходы предлагаются. Берем аккумулятор и динамомашину, берем велосипед с педалями и двигатель внутреннего сгорания. Смотрите, годы изобретения 65-й, 70-й, 76-й, в 85-м году все это скрестили, получился мотоцикл. Мотоцикл сделал Даймлер. Потом Даймлер подумал, что с мотоцикла больно падать. Сделал ему 4 колеса. В следующем году, 1886 год, автомобиль. Значит, взяли, вспомнили про Блинова, про его гусеничную повозку, сделали автомобиль на гусеничном ходу, получился гусеничный трактор. 1896 год. В свою очередь автомобиль порождает автобус, грузовик, комбайн. Вот, потом дизель говорит, что двигатель ваш длинной с цилиндрами делает свой дизельный двигатель. Все это скрещивается с автомобилем и с пароходом, получается теплоход и дизельный грузовик. Все это практически при жизни Жюля Верна. То есть начинается развитие, когда факты, вот, которые приводятся в хронологии, перестают быть просто отрывочными фактами. Каждый факт рождает новый. Обратите внимание, безо всякой битвы. То есть эти самые вехи в истории совершенно не связаны ни с политикой, ни с казнями. Это мирные люди, которым просто хочется денег и славы, скажем так. Но есть некоторые и последствия такие более широкие. Допустим, электрификация, создание конвейера. Как только сделали электрификацию, возможно сделать электрическое метро. Вот 90-й год уже метро. Возникает мегаполис. Города с населением больше миллиона человек, причем таких городов возникает много. С другой стороны, массовая моторизация, которая возможна, потому что есть конвейер, вот он, 90-го года рождения, это уже социальные последствия. А смотрите, социальные последствия становятся все больше и больше. То есть, когда массовое производство удешевило товары, а электрификация дала розетку, вот получается, электрическая плитка, 8-й год, электрический холодильник, 3-й год, кондиционер, 2-й год, 1900. Значит, самолеты узнают, что есть радио, узнают, что есть радиолокация. Благодаря этому стало возможно регулярное воздушное сообщение. Потом про кассовый аппарат я вам говорил, это очень важный момент. Электрический кассовый аппарат, ну, казалось бы, понятно, был механический, включили в розетку электрический. Кеттеринг, человек, который делает аппарат, у него был лучший друг с детства. Друг был очень сильный человек. Однажды он увидел, как вот стоит автомобиль на обочине, в нем сидит девушка. Сидит, не знает, что делать, у нее заглох двигатель. Ну, она ему говорит, крутани ручку, он с удовольствием даме помог. Но эта дама, она с передачи-то автомобиль не сняла, поэтому, когда он завел, что случилось? Ручка прилетела ему в лоб, он погиб. Кеттеринг очень разозлился и взял свой этот электрический кассовый аппарат, приспособил его как стартер. Благодаря этому появились женщины-водители, потому что для того, чтобы завести машину, уже не требовалась могущая физическая сила. Появление женщины-водителей – это целая социальная революция. Мало того, что Форд с 8-го года делает автомобиль на конвейере, но ведь это же удешевление перевозок, потому что если ты сажаешь женщину за руль, то у тебя, получается, падает стоимость рынка водительского труда. Свобода передвижения населения, которая рождает миграцию, соответственно, рост экономики. Тут же у нас массовое производство. Человек, получивший в распоряжение свою розетку, стиральную машину, 4-й год, он получает свободное время, у него есть время на образование, он научится читать. Вот, наконец, он уже работает, у него не такой физически тяжелый труд,
Он работает 8 часов, он идет домой, включает радио, а потом включает еще и телевидение 11-го года рождения. Отсюда получается, рождается массовая культура и массовая пропаганда. Вообще, в промышленно развитых странах условия жизни улучшаются. Вот все по Жюль Верну, да, умные, хорошие, добрые люди все изобрели, избавили нас от физического труда, теперь мы вот пойдем на работу, где, в общем, не так тяжело надо ломаться. Потом пришли домой, сели у телевизора, все, счастье. Но есть еще военная мысль. Вот она. Вот эта самая военная мысль тоже отложена вот так по оси. Это из новых материалов. Тоже пиздатами. Вот мы придумали прокатный стан, вот изобрели динамит, железобетон, громадная дата. Мартыновскую печь, все это при жизни Жюль Верна. Когда он написал свои первые романы. Военная мысль развивается совсем по другому принципу. Вот с одной стороны, вот детонатор, изобрел его Нобель, и динамит, который изобрел Нобель. Когда народовольцам потребовалось убить Александра II, они никак не могли это сделать. У них было 7 попыток, все неудачные. Требовалось изобрести какое-то принципиально новое оружие, и Кибальчич изобрел гранату с предохранителем, которая взрывалась только после того, как что-то в ней ломали. И вот этой самой гранатой был убит Александр II. Когда народовольцев судили, генералу говорили: ни в коем случае не казните Кибальчича, это гений. Он сделал что-то такое, чего никогда не было. Ну, поскольку все-таки нехорошо царевочку. Как подорвали, Кибальчич был повешен, но ручная граната его, уже через 2 года после нее появился фугасный снаряд 1883 года. Ну, естественно, как только появились самолеты, способные куда-нибудь летать, этот фугасный снаряд подвесили на самолет, родилась авиабомба. Первое применение — 1911 год. Это итальянцы в Ливии шарили. Но, с другой стороны, люди научились получать никель, ванадий, легировать сталь. Появились броневые стали, которые фугасный снаряд не брал. Появились бронекупола, 1885 год. На нем появился адмирал Макаров, изобрел бронебойственный снаряд, 91 год. Тогда стали класть еще больше брони, и в результате появились эскадренные броненосцы, безумно тяжелые корабли. Дальше случилось Цусимское сражение, тут уж я вынужден эту битву упомянуть, потому что она весьма судьбоносная. Выяснилось, что тот, кто лучше бронирован, тот выживет в бою. Просто русский флот был как-то бронирован слишком легко. Японцы все по последнему слову техники, поэтому они победили. И тут все страны бросились строить жутко большие, очень мощно вооруженные бронированные корабли, которые назывались дредноуты или линкоры. Вот. Для этого самого линкора требовалась команда уже в несколько тысяч человек, больше 10 тысяч человек порой. Колоссальные корабли. Вот. Для того, чтобы их топить, уже понадобились подводные лодки. То есть военная мысль шла борьба с самой собой. Броня боролась со снарядом. Но результат-то одно единственное социальное последствие. Многократный рост военной машины. Чудовищные потери у тех, кто свяжется с людьми, вооруженными такими силами. В результате получается гонка вооружений. Каждый стремится вооружиться как можно сильнее. И остается одно такое препятствие. Страны, которые в Европе, у них нет селитры. Из селитры делают порох, потому что это связанный азот. Но это препятствие было преодолено. Немецкий химик Фриц Габер додумался над колонной синтезом, как заставить соединить атмосферный азот с водородом. В 1908 году у него это получилось. И они стали делать взрывчатку просто из воздуха, 3 метра тугого. То есть у Германии появилось искушение решать спорные вопросы с силой, потому что армия самая большая, лучше всего обученная, взрывчатки сколько угодно, ученые самые лучшие. И Фриц Габер первый, когда началась война, открывал баллоны с хлором для того, чтобы лично открывал, для того, чтобы травить французов по ту сторону фронта. Когда он это сделал, его жене рассказали, что это было правдой. Она позвала его с фронта, сказала: что ты действительно это делал? Он сказал: да, она застрелилась у него на глазах.
Вот. Но как бы это ему не помогло, он был еврей по национальности, и все это делал для того, чтобы показать, что еврей тоже может быть патриотом. Когда к власти пришли фашисты, его из страны живо выперли. Он в Кембридже встретился на дорожке с Эйнштейном, Эйнштейн отказался подать ему руку. Он говорит, я не могу пожать руку, которую человек лично отвинчивал вентиль для того, чтобы травить людей, которые ничего плохого не сделали. Так ученый не должен себя вести. Что вот из этого всего следует? Из этой хроники следует одна вещь, что война была предопределена. Они не могли ее не начать просто потому, что было столько оружия, и такое было большое искушение. Это было невозможно, то есть это тот самый предохранитель, который однажды должен был соскочить. Но после войны у нас следует диктатура. Вот, значит, три героя, так сказать, борьбы с этой самой диктатурой. А кто вот это? Узнает кто-нибудь этого человека? Это Иван Попов, который открыл условный рефлекс. Условный рефлекс — это способ проникнуть во внутренний мир человека извне при помощи очень грубых вещей. Но если помните, звонит звоночек, значит, идут кормить. Те, кто сделал революцию в России, тоже любили Жюля Верна и тоже верили в научный прогресс. Более того, они собирались провести удивительный эксперимент. Они хотели построить плановую экономику, где все предопределено, где все справедливо. Для того, чтобы люди их поддержали, а люди упорно не хотели их поддерживать. Они сделали простую вещь. Они перекрыли подвоз продовольствия в столице. Вообще на всю территорию, которую контролировали большевики, невозможно было привезти хлеб, и не ходили товарные поезда, просто товарный оборот был запрещен. А в Москве по карточкам выдавали на человека 95 граммов в день хлеба, меньше, чем в блокадном Ленинграде. И единственный работодатель государства. Хочешь, ты служишь советской власти, и тогда тебе паёк «Красная звезда», как он назывался, там даже мясо есть. А не хочешь, ну покупай на черном рынке у спекулянтов за безумные деньги, продавай серьги, кольца, что там у тебя есть. У людей выработался условный рефлекс. Ты служишь советской власти, ты кушаешь. Кто не служит советской власти, не кушает. Очень просто. В результате у Троцкого Красная Армия была численностью 500 тысяч человек, у белых было 40. Победа была опять-таки предопределена. Иван Павлов, надо сказать, заявил министру Луначарскому, вы используете мои открытия. Вы создаете у населения условные рефлексы подчинения. На что ему министр, нарком образования Луначарский сказал, да, конечно, мы просвещенные люди. А что вы хотели? Павлов сказал, да, хорошо, вы будете делать этот ваш эксперимент, но сделайте. Диктатура имеет экономическую природу. И первым это сказал Джон Мейнард Кейнс, вот этот экономист в середине, который сказал, что ответственное правительство могут создать только предприниматели. Вообще все делится на предпринимателей, получателей зарплаты и инвесторов. Да? Если вы покупаете акции, вы инвестор. Если у вас работают нанятые люди, вы предприниматель. Если вы работаете на кого-то, вы получаете зарплату. Нет буржуазии, пролетариата. Вы, кстати, можете получать зарплату, одновременно играть на бирже. Носить свои там сбережения в паевой фонд. Вот. Кейнс сказал, что инвесторы, они договорятся с диктатором всегда. Богатые люди, олигархи, они всегда, значит, найдут с диктатором общий язык. Получатели зарплат не будут свергать диктатора, потому что зачем это надо? Лишь бы зарплату платили. И только предприниматель, который сам отвечает за других людей, может заставить правительство отвечать за себя. Поэтому задача государства, сказал Кейнс, это поддержка предпринимателя. Поддерживать предпринимателя государство должно одним способом. Управляемой инфляцией. Инфляция должна быть обязательна, но она должна быть мелкая, медленная. Потому что если у тебя валюта растет, это очень плохо. Ты предприниматель, ты приходишь, допустим, в банк, просишь в долг деньги, да, в это время валюта выросла, вот как сейчас наш рубль, да, и попробуй верни этот долг, он же стоит по-другому. Если у тебя гиперинфляция, тоже плохо, у тебя работники разбегутся, разворуют твое предприятие. Поэтому да, и в 1936 году, когда вышла теория Кейнса,
люди поняли, почему же была Великая депрессия. Потому что инвесторы были слишком жадны, а получателей зарплат никто не слышал. Кейнс же надиктовал план, который вошел в историю как план Маршалла. Этот самый человек, именно благодаря ему в Европе, вне советской зоны влияния, не привез ни одной больше новой диктатуры. Кто узнает вот этого парня? Я предположу, может, Сахаров? Точно, Тон. Это насчет советской зоны влияния. Значит, Сахаров не всегда был таким старцем, каким мы его помним. Сахаров сказал так. Диктатура держится на вранье, на том, что у людей нет доступа к достоверной информации. И в 1974 году он рассказал такую мысль, что лет через 50 появится всемирная информационная система. У каждого будет свой приемник, и он сможет зайти в какую-нибудь библиотеку, например, в Нью-Йорке, не выходя из дома. И вот благодаря этой всемирной информационной системе граждане смогут узнать, что, например, там, в Советском Союзе были репрессии, потому что раз об этом не пишут в газетах, не говорят по телевизору, то где же ты узнаешь, только от мамы с папой. И надо сказать, что это было в 1974 году сказано, протокол ВВВ появился в 91-м. То есть прошло всего 17 лет, не 50, тут Сахаров ошибся. Но в 98-м году человек, который изобрел смарт-карту, Рован Мурино, сказал, вы рано радуетесь. Они с интернетом создадут себе такую картину мира, которая им хороша, а телевидение поможет. Вот это предсказание не преминуло сбыться. Ну вот, плюс к тому, если уж говорить о социальных последствиях, это опять же к аналогии имеет отношение, потому что об этом пишут фантасты, те, кто предсказывает будущее. Мы видим, что доступность информации вызвала печальные последствия. Во-первых, приближается технологическая сингулярность. Техника становится очень сложной. Для того, чтобы что-то научиться хорошо делать, тебе надо уже не 10 классов школы, а 12. И в институте тебе надо учиться уже не 4 года, а 5 лет. Там учебник биохимии, например, там в мое время был 2-томный, сейчас он 4-томный. Это же кошмар какой-то. В результате ты учишься до 40 лет. Ты до 40 лет не можешь создать полноценную семью, живешь с родителями. В результате, как все понимают, растет инфантильное совершенно поколение. Причем этот инфантилизм, он распространяется не только на нашу страну, но и на, вообще на всех. Слишком долго учиться. Вот. Женщинам вообще приходится не сладко, да? Только выучилась, уже поздно рожать. Значит, дальше. Снижение интеллектуального уровня – это тоже налицо. Когда тебе твои студенты говорят, а что я буду учить, я в гугле посмотрю, а Википедия есть, а зачем мне учиться? Доступность знания создает у тебя ложное ощущение, что ты все знаешь. И на самом деле, для того, чтобы что-то придумать, нужно многое помнить. Недаром у древних греков матерью муз была богиня памяти – Мнемосина. Вот она-то и вдохновляет тебя. Ты должен откуда-то это все взять, что ты творишь. А раз у тебя мнемосина какая-то там на сервере, вот, тебя отключили от нее, посадили тебя в тюрьму, ты забыл вообще, вообще ничего собой не представляешь. И, наконец, психическая эпидемия. Мне доводилось 2 года назад брать интервью у психиатра в НЦПЗ, Национальный центр психического здоровья. Он весь забит людьми с депрессией. И причина этого как раз психиатр видит в интернете. Потому что у нас работа у всех практически сидячая. Мы не разгружаем вагоны. Очень мало людей нужно, чтобы разгружать. Производительность труда большая, экраны же есть, погрузчики. Вот. Поэтому, когда мы читаем какое-то известие, которое нас волнует, нам некуда деть этот стресс. Раньше человек должен был не ходить пешком, а бегать. Кругом жратские тигры сожрут, стоит только застыть на месте. Потом человек должен был, допустим, брать челнок в ткацком станке, перекладывать весь день сверху вниз, сверху вниз. 10 тысяч движений, как у Джека Лондона в одном рассказе. За день ты должен делать 10 тысяч движений. И тебе уже не важно, что сказала Леся Рябцева. 8 миллионов человек живет в России или 148. После того, как ты сделал 10 тысяч движений, ты пришел домой, помолился на ночь, упал. И дай бог тебе проснуться вовремя, по гудку в 6 утра, чтобы еще на следующий день 12 часов делать.
Поэтому сумасшедших было меньше. Сейчас мы видим, депрессия – это все первая стадия, да? Дальше у нас идет бредовое расстройство, расстройство личности, все кончается шизофренией. По прогнозам, которые там заложены на 2051 год, там треть людей в промышленно развитых странах будет нуждаться в помощи психиатра. Мне кажется, момент уже близок, вообще-то говоря, наблюдая то, что творится. Конечно, есть и тут технические решения. Уж раз диктатуру забодали техникой, значит, и это забодаем. Но, во-первых, электроника должна взять на себя анализ информации. Я, например, совершенно убежден, что появится программа, которая отличает ложь от правды по написанному тексту. И будут тебе сообщать там сразу, это фейк. Ну, то есть, ты открываешь какой-нибудь пост в Фейсбуке, это фейк. Вот. Я думаю, что я, кстати, вот сейчас сам работаю над чем-то подобным. Я пытаюсь сделать программу, которую умею читать. Вот. И, наконец, второе, то, что сейчас творит медицина. Люди дольше живут, дольше остаются молодыми. Здорово, если женщины будут способны родить ребенка и в 60 лет. Я думаю, что и это тоже будет осуществлено. В 2150 году родятся люди, которым суждено прожить 200 лет. Ну, действительно, срок жизни увеличивается. И наша медицина, на самом деле, только начинается. Когда говорят об успехах медицины, ребята, Галин в час 56 говорил, что раны – это окна тела. Благодаря тому, что он лечил раненых гладиаторов, он узнал, что, оказывается, по артериям течет кровь, а раньше думали, что по ним воздух идет. Вот. В 1315 году Мандин де Луци сделал первое вскрытие. И с тех пор люди вскрывают трупы, врачи хотя бы поняли, из каких органов мы состоим. Только в 2003, в 2003 году, кончена расшифровка генома человека. А геном конкретного человека расшифрован полностью в 2007. То есть мы наконец поняли, из чего мы состоим. Понимаете, медицина штука начинается. Но это социальная проблема. А главное это на самом деле проблема, главная опасность, которая нам грозит, с которой придется делать что-то, это природа. В 1258 великий астроном Ат-Туси, вот он стоит, это персидский гравер примерно того времени, он вместе с монгольским ханом Хулагу отправился в поход на Багдад. Ну, у него были свои счеты с багдадским правительством. Он сказал хану, что ни в коем случае, когда возьмем Багдад, не убивайте ученых. Вообще с вас 30 тысяч динаров на строительство новой обсерватории. Хулагу говорит, давай бюджет. А Туси показывает ему бюджет, Хулагу говорит, что-то очень много. 30 тысяч динаров – это годовой бюджет всего этого ханства. А Туси говорит, давай проведем эксперимент. Вот ночью твое войско заснет. Они-то как бы стояли в лагере под горой. И мы сбросим с горы большой медный таз. Вот они сбросили этот таз, был страшный грохот, войско проснулось, все там забегали, непонятно что. Что случилось? Гром, но облаков нет, дождя нет. Я Туси сказал, ты видишь, они беспокоятся. Да потому что они не знают. А мы с тобой знаем, почему все вскочили, и мы спокойны. Нам надо смотреть на небо, нам надо изучать, что творится там, потому что мы не знаем. Вот, например, 1815. В 1815 году какое событие было? Кто-нибудь вспомнит так? У кого хорошо с датами по истории было? А ну, Ватерлоо, Наполеона разгромили, да? Нифига, это не главное событие. Главное событие, что в Индонезии взорвался вулкан Тамбора. Вот эта вот карта как пеплом засыпала... Вот видите, метровый слой пепла, весь остров, на котором Тамбор стоял, и стоит. Вот, кстати, эта фотография, он сейчас существует, это он после взрыва такой. Сейчас так немножко подогрелся. Есть инфракрасные фотографии, там готовится очередное извержение. То есть извержение. Несколько миллионов кубометров породы поднялось вверх на высоту 20 километров, а разбито было в мелкую пыль. Сам мелкая пыль обволокла всю земную атмосферу. И в 1816 году случился год без лета. Были совершенно чудесные закаты, очень красивые, красные. О том, как Пушкин пишет Евгении Онегине, в тот день осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе. Это у нас. А в Европе в 1816 году было плюс 5 днем, летом. Погиб весь урожай. Европейцы, многие переселились в Америку, в Россию. Последняя была волна переселения в Россию, это 1816 год.
Это извержение вулкана. У всех джентльменов, которые позволяли себе скаковую лошадь, лошади передохли, потому что их нечем было кормить, а вес был страшно дорог. И тогда лесничий фон Драйс в Вюртемберге сделал самокат. Этот самокат потом поставили педаль, потом на этот самокат поставили двигатель, потом сделали ему 4 колеса. Мы ездим на автомобиле благодаря тому, что случилось вот это самоизвержение. Но можно сказать, что мы легко отделались. Ну, передохли лошади, ну, был один год без лета, ну, кто-то умер с голоду, не миллионы же людей. Понимаете, он еще раз может взорваться. И когда говорят, что есть Йеллоустонский вулкан, Урал-Уран взорвется американцам кирдык, а нам, это же наше повышение. В 2008 году самое главное событие было вовсе не мировой экономический кризис. Этот кризис быстро выдохся. Ну, обанкротилась Фаннимэ, ну, как бы ужесточили правила банкиров. Но вот этот суданский метеорит. Вот он на снимке тут, а вот он тут. Засекли и впервые в истории сумели отследить небесное тело, которое летело к Земле. Узнать его скорость, массу и точку падения. Только в первый раз в 2008 году. Мы чем вообще занимались все эти 2000 лет, хотелось бы спросить. В основном друг дружку изводили. Вот как тот тунгусский метеорит, который в 19.08 прилетел в тайгу, а прилетел бы он в Бельгию, не был в Бельгии, потому что там последствия были как от ядерного взрыва. Вот оттусит, недаром говорю, что надо смотреть на небо. Понимаете, какая штука? И вот я хотел у вас еще напоследок представить вам одного человека. Можно гордиться вообще, что это наш соотечественник Николай Семенович Кардашов. Слава Богу, еще живой, хотя 32-го года рождения. Вот этот человек как раз прочертил вектор развития, которому, в общем-то, вся мировая страна вместе следует. Он в 64-м году написал статью о том, как нам искать внеземные цивилизации. И в этой статье он провел классификацию, что если цивилизация умеет использовать энергию всей своей планеты, а это значит, что мы наконец покорим энергию вулканов и сможем сделать так, чтобы они не очень извергались, как маленький принц сумел сделать на своем астероиде. Помните, он там подкапывал их, чтобы избежать своих катаклизмов. Вот, нам нужно, вот столько энергии планета получает от Солнца и изнутри от радиоактивного распада. Нам нужно знать, что уметь ее использовать. Кардашов говорил, что цивилизация, которая способна использовать энергию всей своей Солнечной системы, способны передать какой-то сигнал, который нам стоит ловить. А может быть, есть еще цивилизации типа 3, которые используют энергию всей галактики. Вот это продвинутые ребята, вот с ними стоит связываться. А у нас пока цивилизация, извините, типа 0. У нас вот 10-13 ватт мы энергопотребляем, жжем бензин, керосин, там ядерное топливо. 10-13, нам вот до этого уровня еще 3 порядка. А растем мы на 3% в год. Кардашов говорит, что 3200 лет нам скрипеть вот до этого типа. То есть, дай бог, за 3200 лет ни разу не извергнется никакой вулкан и не упадет никакой астероид. Там на нас будет не крупный, потому что мы пока не способны его сбить. Мы способны там один из 3 астероидов хотя бы увидеть, вот он летит, упадет туда-то. А в 2014 году, кстати, засекли 2. То есть, вот, да, у нас сейчас на счету 2. Понимаете ли, есть оптимисты, есть физик Митио Капо, наверное, многие смотрят его в Ютубе, он любит всякие футуристические прогнозы, он говорит, что в 2250 мы все-таки достигнем цивилизации типа 1, значит, хотя бы вулканы сможем забороть. Но это, я думаю, все-таки как бы очень оптимистично, хотя тут можно гадать. Вот, собственно говоря, к чему приводит эта самая хронология, если историю воспринимать без битв, казней, дизайнер кружки языков. Если у вас вопрос. Такой уточнить аспект. Вы рассматриваете историю без битв и войн. И как бы весь прогресс у вас идет отдельно от битв и войн. Но ведь известно, что войны и вообще строительство вооружений, разработка новых материалов, оно часто, собственно говоря, ускоряет технический прогресс. Вот хотелось бы понять, насколько войны принесли пользу, так скажем, развитию человечества в плане того, что появлялись какие-то новые средства, технические решения и так далее. Материалы. Спасибо.
В 1915 году, в апреле, как раз вот ровно 100 лет исполнилось, немцы впервые применили отравляющие газы, да, вот, гетерпензил, бензин. Но хлор плох, он тяжелый, он быстро выветривается, не так уж он смертелен. Придумали иприт, который не просто душит, но еще и нарывает. Он проникает через кожу, от него противогаз не помогает. Чудовищные потери, но в госпиталях были врачи, они заметили, что те солдаты, а к тому времени, к 17-му году, когда иприт применили, уже пошли в бой пенсионеры, уже кончилась молодежь в Европе. Вот были пенсионеры, в том числе с раком, а они все-таки воевали. Так вот выяснилось, что у них опухоли не растут. Они заметили, что иприт останавливает их рост. И с этого началась химиотерапия. Химиотерапия рака. Я не знаю, вот стоило ли устраивать такой чудовищный эксперимент от такого результата. Расскажу вторую историю. В Шарашке в 41-м году в заключении Кочугин вместе с Солодовниковым сделали гранату КС, кто смелый, как ее называли на фронте. Эта граната, именно с помощью таких гранат, закопав их в землю, панфиловцы как раз и подорвали десяток немецких танков, что было немыслимо совершенно. Кочугин работал с гидразином, это ракетное топливо. Он обнаружил, что гидразин поражает определенные ткани. Это следовало из охраны труда, а была у них охрана труда в Шарашке, потому что все-таки стремились, чтобы они не потравились. Когда Кочугина за то, что он лауреат Сталинской премии и создатель ДКС, отпустили, он приехал к жене, он увидел, что его жена, которую очень боялась и переживала, пока он был в заключении, умирает от туберкулеза. И он стал делать на основе гидразина препарат. Смешивал он на кухне, там было несколько очень взрывоопасных ситуаций, получился изониазид. Сейчас изониазид – это по всем протоколам и по нашим, по западным, первый препарат от туберкулеза. Понимаете, но вот стоит ли он того? Не знаю. Я думаю, что военная промышленность паразитирует на самом деле. Они говорят, мы мотор, мы все придумали. А на самом деле выясняется, что они берут то, что придумали из коммерческих соображений где-то еще, и реализовали. Но я скажу так, вот антибиотики, конечно, пока не началась война, не думали их делать промышленно, знали про то, что пенициллин имеет такое действие. Но получили чистый пенициллин и впервые его применили именно тогда, когда Англия была окружена и в одиночку сражалась против гитлеровцев. И ровно в тот день, вот первый эксперимент на мышах о том, заразить их стафилококком и вылечить пенициллином, был сделан 25 мая 1940 года, когда было окружение в Дюнкерке. Как только это окружение состоялось, Флорер, руководитель этого проекта, объявил, что больше выходных не будет, мы работать будем каждый день. И несмотря на примету, которая существует у химиков, никогда не делать эксперимент в субботу, они сделали в субботу этот самый эксперимент, выяснили, что да, пенициллин не токсичен, и да, он спасает мышей от стафилококка. То есть, да, примеров таких можно привести много. Так, я знаю веселые сказки таинственных стран, но в основном это сказки грустные, если честно. А пробовали ли вы рассматривать историю с других точек? То есть не рассматривать именно как развитие возможностей технических, а, ну, например, у Гумилева развитие каких-то сообществ, да? Вот. Ну, просто на историю, на хронологию можно смотреть с разных точек зрения, беря разные объекты, разные предметы для изучения, и можно получить другие, более интересные результаты. Вот, кроме, собственно, профессиональных сообществ, можно, например, предположить, что ну, как вообще изменялся мозг человека, да, со временем. Ну, потому что... Ответ не как. Археология есть, знает. Археология изучает кости, все-таки, а не мозги. Но там объем черепа. Да, да. Ну, это понятно. Я, например, ну просто вопрос, думали вы о том, какие бывают еще измерения, которые можно рассматривать, да, на исторической перспективе? Да, конечно. Вот какие? Это интересно. Я скажу так, что просто я, если вы помните, что я в 15 веке показывал, там и первый клавесин,
там обозначены люди в движении. То есть нельзя воспринимать все это однобоко, вы совершенно тут правы. Дальше насчет Гумилева должен сказать. Историки жутко Гумилева не любят, потому что он пытался подогнать им новую теорию взамен марксизма. Вот. Историки очень не любят, когда им вообще пытаются подогнать какую-то теорию. Но, понимаете, как говорил, по-моему, Нильс Бор, да, что наука делится на две категории – физику и коллекционирование марок. Может, кто-то уточнит, кто это сказал, кто автор этой цитаты. Но, в общем, история без теории остается коллекционированием марок. Я бы сказал, что хронология позволяет нам выстроить причинно-следственные связи. То есть, почему Первая война была неизбежна? Да потому что Габер сделал свою вот эту самую щель. Это да, в ней могли не принимать участие. Россия, например, не могла не принимать участие. Совершенно спокойно говорит, второй мог отсидеться в сторонке и сказать французам, ну извините, у меня с деньгами проблемы, там Распутин не разрешает. Очень много случайностей. Например, если бы Пелагея Гусева не пырнула тогда Распутина ножом, он бы Николая отговорил. Да, есть такое, конечно. Но вот что в Гумилёве, несомненно, хорошо? То, что климатические факторы влияют на этносы. Да? И у меня это есть. В час 56 появляются гунны там в степи, уходят из нее, потому что у них засуха. И в 4 веке начинаются грозные очень климатические изменения, такие, например, как вот на Кипре в течение 30 лет не выпал ни одной капли дождя, да, и остров обезлюдил. Ну как вот вам природа ведет историю. То есть как сказать, что Гумилев не прав? Ну, конечно, тут он прав. Но беда у Гумилева была в том, что он не был технарем. Я технарь. И когда Гумилев начинал писать уравнения термодинамические, пытаясь оправдать, там, ну, для этноса что-то вывести, это очень смешно. Правда, смешно. Потому что я как раз, когда появилась книга «Этногенез биосферы Земли», как раз мы проходили термодинамику. Там уравнение с тройными интегралами, а этот товарищ, который впервые в жизни вообще формулу энтропии видит, берет и пишет себе что-то. Это несерьезно. Вот. А мне кажется, что сторонникам Гумилева не хватает технической подготовки, поэтому они грешат на какие-то этносы, на энергию, получаемую из космоса, потому что они не могут объяснить, откуда взялась эта самая энергия. А энергия берется не от хорошей жизни. Понимаете, вот почему Кольчугин взял и изобрел изониазид? Ну, потому что ему жену было жалко. Он ее просто любил очень. И, к сожалению, она умерла. Он когда свой эксперимент заканчивал, он ее только похоронил. Но когда он пришел в поликлинику, значит, внедрять этот самый изониазид, там встретил молодой перспективный врач, она стала его женой потом. Вот, то есть, понимаете, как ни крути, от ритма все-таки не уйдешь. Так что причинно-следственная связь есть. Я бы сказал, что сейчас идут попытки сделать из истории настоящую науку. Но настоящая наука, она станет только тогда, когда мы перестанем изучать историю как даты жизни царей. И когда мы настоящими героями человечества будем считать, вот, например, Кейнса, Сахарова, того же Кардашова, которые думали об обществе в целом, а не о удержании своей власти любой ценой. Я ответил на ваш вопрос. Про технологическую сингулярность. Она используется для стремительного развития технологий, электроники, там, которые коррелируются с законом Мура, который, почему же, не защищается. А электроника и наука, они тянут за собой другие отрасли, в том числе и энергетику. И вот, как вы же и стремительно тянут. Поэтому, на мой взгляд, это даже вот, человек станет на первую ступень развития уже, ну, Кардашева, где-нибудь так считаю, 2060 или 2070, я как влез к истине. А вот вы понимаете, как, самое интересное, что практически все, кто здесь находится, доживут до этой самой сингулярности. Ее обещали в 2045 году. Давайте проскрепим 20 лет и посмотрим. А, про 30. 30. Ну, наверное, доживем. Я надеюсь. Значит, смотрите, технологическая сингулярность — это когда у тебя на проектирование, значит, уходит меньше времени, чем на внедрение. То есть, допустим, ты придумал какую-то штуку, и вот уже просто через месяц она отпечатана на 3D-принтере и уже ездит. Допустим, в 2013 году был распечатан первый автомобиль на 3D-принтере, первый в истории автомобиль на 3D-принтере, который поехал
Поэтому канадец это сделал. Технологическая сингулярность предполагает, что как только этот автомобиль задумал или загадовал ее, как в беседе с Siri, так тут же она его тебе напечатает, и он будет. Но здесь есть проблема, мало ли кто что успеет напечатать. Понимаете, мы можем не успеть среагировать на какого-нибудь маньяка, который напечатает каких-нибудь нано-тараканов, которые нас сожрут. Но я-то думаю, на самом деле, что все кончится хорошо. Потому что маньяки все-таки глуповаты. Вот этот гений, ученый, который хочет погубить человечество, это герой из кино. Да, спасибо. У меня вот несколько вопросов, только уточнение. А кто померил, что светопод там выступил против Ярослава, там, 8.30, вы сказали? Нет, не в 8.30, в 11.15, в 10.15. Как было промерено, где это было датировано? У меня какие-то сомнения, что тогда вот так вот время точно измерялось. Но давайте поминку чем-нибудь займемся прямо здесь. Но это... А это не было фейком, которого... Значит, в деле об убийстве Бориса и Глеба фейк на фейке, потому что историю написали победители. Ну вот, это история, которую историки очень любят, из сага о Беймунде, который был вообще-то наемным таким киллером-варягом, и он оставил мемуары. Он наговорил эту самую сагу, а исландцы, которые память человечества, которые все саги запоминали наизусть, и лет 300, пока не записали, друг дружке пересказывали, эта сага дошла до нашего времени. Да, там Эймунд говорит, что его Ярослав нанял для того, чтобы убить Бориса. Официальное житие Бориса и Глеба говорит, что это окаянный святополк убил Бориса и Глеба. Вот. А Ярослав с ним, значит, со святополком справился. И он говорит, что, значит, святополк тут ни при чем, а главный убийца Ярослав. И на самом деле, в общем-то, тут Эймунду склонны верить больше. То есть это вообще история вся фейковая. Но датировка там точная. Владимир Красное Солнышко умер в 2015 году. У него будут плохие отношения с Ярославом. Ярослав княжу в Новгород за дань платить не хотел. Должен был наследовать трон святополк. Ярослав ему не хотел платить дань. Дальше Ярослав начал разжигать всякие неприятности у своих соседей. В Муроме ему удалось поджечь бунт, и тамошний повар княжеский заколол князя Глеба Вертилом. Вот. Святополк, на свое несчастье, был язычник, он не хотел христианства. А Ярослав был христианин, у него была жена христианка, и он подписался на эту историю. В общем, я считаю, что вам надо прочесть сагу об Эймунде, вы получите большое удовольствие от интересной литературной памяти. Очень короткий вопрос. Какое самое важное событие в 2014? Там несколько. Но все-таки бозон Хиггса нашли, значит, теория Большого Взрыва верна. Я думаю, это колоссальное событие 2014. Несколько слов о вашем образовании и где можно вас еще услышать? Нигде. У нас. Да, только вот здесь, на самом деле. Значит, было время, я работал на НТВ, у меня есть, сохранился еще пропуск, подписанный тем Киселевым, который Евгений. А в 2003 году я был уволен, значит, по статье «Проамериканская позиция». Это в 2003 году все что-то начиналось. С тех пор меня нельзя нигде слышать. Вот, значит, есть там, я пишу об экономической истории. Вот на портале «Финпартии», как главный редактор, который здесь сидит. Значит, я занимаюсь чисто инженерными задачами на медицинских порталах, на ряде медицинских порталов. Я как раз там занимаюсь тем, что делаю программу, которую умею читать. По образованию я инженер. Вот. Химик я закончил Менделеевку по мембранным технологиям. Мне кажется, нужно всем технарям так историю знать. А просто ее надо любить. Ты любишь ее, читаешь о ней, потому и знаешь. Михаил Шеферин?